студии. Меня зовут Владимир Юрьевич Тимошенко. Я представляю Центр социальной реабилитации Видновления, который находится в Большой Коренихе, возле Большой Коренихи. Мы занимаемся социальной реабилитацией людей, которые в этом нуждаются. То есть это алкозависимые, наркозависимые, люди без определенного места жительства. Люди, ну, по сути дела, те, которым нужна помощь. Как работает центр? Что они живут у вас? Центр наш, это получается у нас стационар. Они круглосуточно находятся там, эти люди. Проживают. У нас есть, ну, двухэтажный корпус, в котором есть комнаты, все необходимые условия. Столовая, спортзал. У нас очень развитая инфраструктура. У нас есть спортивные площадки, у нас есть класс для обучения, у нас есть компьютерный класс. Вот. То есть, в целом, все, что нужно для жизни и для реабилитации таких людей, да, также библиотека у нас есть. Вот. Очень много книг, как бы. Мы сотрудничаем со многими общественными организациями, также с государственными учреждениями. Мы сотрудничаем с спеццентром Николаевским, с Николаевской наркологией областной. Мы также сотрудничаем с...